Появление камина в городской квартире – это своего рода театральный жест. Камин абсолютно безопасен, топка искусственного очага работает на обычной воде. Подключив камин к электропитанию, можно наслаждаться мистическим видом живого огня. Реалистичность пламени подчеркивает классический портал с изящными элементами декора цвета слоновой кости. Такое обрамление камина добавляет не только благородство интерьеру, но и служит стилистической связкой. Таким образом, камин, дверь и рабочее место образуют некий классический треугольник в шестиграннике постмодернизма. Чтобы сохранить таинственность джунглей, дизайнер Тина Наледина решила устроить так называемые островки света. Бра возле камина украшены стеклянной вставкой с кристаллом и матовым плафоном белого цвета. Камин настоящий? Нет, камин искусственный. Для того, чтобы в городской квартире разместить настоящий камин, нужно было рубить дымоход. Это искусственный камин, имитация, но очень полезная для здоровья, потому что это еще и увлажнитель воздуха в комнате, а выглядит как настоящий огонь. Саш, вы можете даже потрогать рукой. В нашей квартире, причем, очень важно вот этот увлажнитель, потому что зимой особенно часто очень сильно греет батареи, угу. Воздух очень сухой, поэтому, я думаю, очень отличное решение. А вот с дизайнерской точки зрения, как вам размещение этого камина? Ведь обидно, когда в этих драгоценных квадратных метрах ты отдаешь пространство, ну, откровенно, для блажи дизайнерской. Ну, камин такой очень компактный, на самом деле, разместился, очень хорошо вписался в интерьер, и я не думаю, что он снимает прям очень много места. Он может служить так же, как и небольшой тумбочкой для всяких сувениров, шкатулочек, милых таких безделушек.